Давайте сделаем бюджетный шарик. Не требующий каких-то затрат. Ну что, я уже начала. Не буду я ваше внимание и время ваше терять. Все прекрасно знают. Берете там нитки, какие у вас есть. У меня так просто вот пряжа, шарик надула и обматываю. Не очень у меня круглый получился шарик. Ну, я думаю, что потом когда будем декорировать, мы его выровняем. Ну и все, мотаем, мотаем, мотаем. Мотаем, намотаем и будем клеем ПВА промазывать. Лучше промазывать, когда он на шарике. Удобнее просто. Потому что потом он становится мягкий. И неудобно. В общем, я мотаю, мотаю и мотаю. Вот тут дырка получилась. У меня шарик получается прям не сильно прозрачный, потому что нитки толстые довольно-таки. Но других у меня что-то я не нашла и решила так. Самое главное, что он будет легким, и потом можно на него уже наклеить много всякого. Вот еще дырка. Большая, заметная. Ну, пока все. Ну, а теперь берем клей ПВА. У меня обычный строительный. Обычный. Строительный просто. И все. И начинаем промазывать. Причем нужно так промазать, чтобы промокли все нитки, которые внизу. Каждый год делаешь всякие шарики, украшения, а приходит Новый год, и хочется что-то уже новое. Видимо, такой это праздник, Новый год, Рождество. Ну все, сейчас я буду все это промазывать, потом покажу. Так, вот это. Ну вот, я все промазала. Может быть, кто-нибудь скажет, зачем делать из ниток там. Можно пойти и купить в магазине. Ну, во-первых, большие шары стоят приличных денег. А потом, ну, просто хочется. Просто хочется что-то делать руками. Вот и все. Ну, все, я промазала и оставляю как следует его сохнуть. Шар высох. Я его хочу просто покрасить пока золотой краской. Вот есть у меня золото темное. Металлик. Давно краской не пользовалась. Прям густая, разгустая. Вот, ну задерживать не буду вас. Покрашу. Потом покажу, что получилось. Ну что, шарик высох. Сейчас надо его
отрезать. Ножницы взяла, которые не режут. Так, ну вот. Ну, что хочу сказать. Конечно, у меня просто нет ниток потоньше. Надо бы какой-нибудь ирис, чтобы было, как сказать-то, больше просветов. Ну, пусть будет такой. Ну что ж, пора декорировать. Вот у меня остались там от старых игрушек. Ну, в смысле, от шаров. Сейчас мы... Это такой, скажем, бюджетный вариант. Из того, что дома есть. Если у вас нет возможности купить шары эти, может быть, вы живете в таком месте, где, ну, нет таких магазинов. Вот. Ну, такие коробочки очень легко сделать. Там кусочек пенопласта, обмотанной бумагой. Так, вот это очень длинная. Сейчас мы ее сделаем. Так, вот. Ну и все, собственно. Вот еще один шарик в компанию к другим шарам и украшениям. Всем удачи! Спасибо всем, кто досмотрел до конца. Кому понравилось, ставьте лайки. Кому не понравилось, ставьте дизлайки. Всем удачи. Пока-пока.